Во Владивостоке на улице Нейбута в районе авторынка на Зеленом углу продолжается освобождение самовольно занятых земельных участков в охранной зоне памятника. С территории планируется поэтапно убрать как автомобили, так и павильоны, гаражи и другие объекты. На месте работают представители городской прокуратуры, администрации Владивостока, а также полиции. Правительством Приморского края была установлена охранная зона редута номер 4, в соответствии с которой есть некие ограничения в использовании данной территории. В общем, одним из ограничений является запрет на размещение стоянок автотранспорта. В связи с тем, что данные запреты нарушены, администрация города Владивостока совместно с прокуратурой и полицией занимается освобождением земельных участков, которые находятся в охранной зоне редута номер 4. Для этого мы взяли эвакуаторы и отмерили, вынесли в натуре точки земельных участков, которые необходимо освободить, которые входят в эту охранную зону. И сейчас будем проводить эвакуацию машин, если в добровольном порядке эта территория не будет освобождена. По словам специалистов, земельный участок в районе Нейбута во Владивостоке передан на праве бессрочного пользования Государственному объединенному музею-заповеднику истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Работа по освобождению самовольно занятых земельных участков в районе Зеленого угла будет продолжена. Демонтажу подлежат в том числе участки охранной зоны форта имени Суворова.